Всем привет! Я знаю, что много мы, украинцы, записали видео для наших братских народов. И я добавлю, хочу обратиться к своим подписчикам из России, Беларуси, Казахстана и своим коллегам, которые засунули язык в жопу и молятся за мир и все такое. Так вот, знайте, это ваши войска коварно, подло напали на мою страну. Войска Российской Федерации, которых тут никто не ждет и не ждал, убивают мой народ, бомбят мои украинские города, вступили своим грязным говняным ботинком на мою родную землю. Мы по всей стране, по подвалам и бомбоубежищам, но нас не сломать, наши парни нас защищают. Ваши СМИ пиздят, ваш президент и правительство преступник, убийца, и он больной маразматик и просто чмо, если хуже не сказать. Если вы против войны, значит, сделайте что-то. Блокируйте трассы, ведь к нам едут ваши дети, молодые пацаны, которых как мясо забросили на наши земли. Они тут будут удобрением. Поэтому выходите на площади своих городов, влияйте на своих друзей, родных и подписчиков через социальные сети. Покажите свою силу, покажите вашу позицию. Ваше правительство не ваша нация, не Россия, так докажите это. И тот, кто придет на наши земли, получит люлей и уедет в гробу. Я дякую своим захисникам за ваші доблесні та волеві серця. Слава Україні і нашим хлопцям! Героям слава!